В Балаковском политехническом техникуме открылся Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Факел». Поскольку многие студенты после обучения в техникуме идут в армию, их будут готовить к службе заранее. Программа будет насыщенной, очень интересной. Это не только подготовка огневая, строевая, спортивная, физическая, но и вас научат правильно держать в руках оружие. Вы на себя примерите бронежилеты. Вы зададите интересующие вас вопросы наставникам, многие из которых это военные, которые были в боевых действиях. И, конечно же, особое внимание будет уделяться психологической подготовке. Для того, чтобы центр заработал, объединились несколько организаций. Каждый из партнеров будет отвечать за свое направление. Ветераны боевого братства научат ребят строевой и огневой подготовке, познакомят их с оружием. Дрозд Балакова совместно со спортшколой «Олимпик» организует уроки самбо. Для этого был закуплен борцовский ковер. Педагоги медколледжа научат оказывать первую медицинскую помощь. Трудная жизненная ситуация. Что самое главное? Не растеряться. И я думаю, что центр привьет тебе навыки и умения и первой медицинской помощи, и самообороны, и прикладное военное дело, которое поможет сохранить в трудной жизненной ситуации, как я сказал, не только вашу жизнь и здоровье, но и тех людей, которые оказались вместе с вами и рядом. Обучение в центре допризывной подготовки будет проходить на протяжении 4 месяцев. Одновременно получать важные навыки смогут 75 человек. Это 3 учебные группы. Так, курс за курсом, все студенты техникума пройдут через эту школу и будут готовы к службе в армии. Человек устроен таким образом, что его пугает все неизвестное. И вот для того, чтобы эту тревожность снять, для того, чтобы было понятно, к чему быть готовым, для того, чтобы было понятно, как действовать в той или иной ситуации по поручению президента нашей страны, и открываются региональные центры допризывной подготовки и патриотического воспитания. Старая армейская мудрость говорит о том, что в критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. И со своей стороны мы хотим вам пожелать, чтобы ваши ожидания были высоки, уровень вашей подготовки был вот примерно там же и чуть выше, а чтобы необходимость в том, чтобы вот эту готовность использовать, была меньше. В центре допризывной подготовки будут не только практические, но и теоретические занятия, где акцент будет сделан на воспитании морально-волевых и патриотических качеств у будущих защитников Родины. Нам нужна опора, нам нужна крепкая, надежная молодежь, крепкий тыл. И вот такие центры военно-патриотического воспитания как раз и формируют восприятие у молодежи именно таких качеств. Совсем скоро первые студенты приступят к обучению. Под руководством опытных инструкторов они смогут пройти интенсивный курс обучения военно-прикладному делу.